Дворец искусств «Королева София» является оперный дом Валенчия и штаб-квартирой оркестра Валенчия. Это элемент большего размера города искусств и наук. Работа Сантьяго Калатравы выделяется своей оригинальностью и округлостью форм, которая связывает искусств для науки, и который представляется как большой скульптуры высокое символическое содержание, морской формы предложить свою близость к морю и их расположение на старое русло реки Турия. Инновационная архитектура этого здания, 37 тысяч квадратных метров и высотой более чем 70 метров, который дома 4 зала для различных представлений оперы, театра и музыки, сюрпризов с кратностью сред. Он консольный платформ на разных высотах с прогулками и растительности, которая осуществляется через панорамные лифты и лестницы, расположенные внутри металлических оболочек, которые существуют на обе стороны здания. Общая форма здания линзовидной разработанных под большой пиджак или жемчужная ручка, поддерживаемых две фигурные скобки, один конец на его западной стороне и другой промежуточной, восточной частью крышки полностью в консольной. Преимущество материал является белый бетон, так как он является частью крупных структурных зданий поддерживает, в то время как Тринкадис является второй больше использовать материал, который является впечатляющий дворец снарядов. Он был открыт 8 октября 2005 года. С момента своего создания до 2015 года он был его мэром Хилгершмидта, который нанял Ларина Маузеля как музыкальный директор, который в свою очередь имел задачу формирования нового оркестра театра, оркестр Валенчия. Его сцене были голоса фронта, а также такими дирижерами, как Зубин Мета, который руководил фестивалем Медитеране до 2014 года, представляя, среди других опер, тетралогии «Золото Рейна» из «Вагнер», первые испанские производства этой работы. Также тенор Пласидо Доминго стал участвовать в проекте как директор Центра развития, который носит его имя, и кто отвечает за формирование новых голосов. С 2015 года его мэром является Давиде Ливермаур с музыкальным директором Роберто Абада и Фебио Бионти.